Йоу, перед просмотром этого ролика советую вам подписаться на моего братана Зевса. Он записывает SkyWars и голодные игры, и у него это действительно классно получается. Также на его канале скоро выйдет ролик мой. В общем-то, если вы хотите его посмотреть, обязательно переходите, подписывайтесь на его канал, и я буду вам очень сильно благодарен. Также в самом ролике я забыл сказать, что данный ролик я записывал с другой программой, поэтому качество может быть намного лучше, намного хуже, а может быть даже особых изменений не будет. Так что если качество будет хуже, уж извиняйте, собственно, это как бы не я. Я вообще тут не причастен. Вообще, что я здесь делаю? Пошли ролик уже смотреть. Ё-моё, а то болтает тут. Всем привет, ребята, с вами Атумка, мы играем в новый режим на Хайпикселе под названием Ультра Хардкор, и, в общем-то, сейчас уже начнется игра, сейчас я вам объясню вкратце, что это такое, так как я и сам о нем узнал совсем недавно, я думаю, многие есть, которые о нем, собственно, не в курсе. В общем, для начала мы крафтим кирочку, видели, мы скрафтили железную кирочку из дерева, это, короче, лайфхак от Тумки, и, в общем, суть этого режима заключается в том, что мы должны сидеть в нашей шахте, добывать ресурсы, крафтить себе броню, оружие всякое, и затем идти нападать и всех убивать. Мы уже тут нашли алмазы, сейчас мы быстренько скопаем алмазы, и не зря он называется Speed Ultra Hardcore, что как бы переводится как с ультра-хардкор на скорость. То есть нужно быть быстрым для того, чтобы затащить, потому что здесь достаточно все тяжело и нужно очень сильно спешить. Сейчас мы, в общем-то, скрафтим себе все, что нам нужно. Для начала скрафтим себе алмазный нагрудник. Потом мы себе скрафтим, значит, алмазный меч. Нам как раз-таки, у нас как раз-таки хватит алмазов. И, ой-ой-ой, что я творю. Вот, крафтим себе теперь железные штаны и железные ботинки. Я надеюсь, вам понравится этот режим. Если он вам понравится, то обязательно поставьте лайк. Если как бы наберется много лайков, я, конечно, продолжу его записывать, так как мне этот режим достаточно понравился. Я на нем играл вчера на стриме. Я вчера, кстати, тоже пытался его записать, но вчера не получилось. Вот, и поэтому я решил постримить. И сейчас мы сейчас быстренько спустимся к пацану. И сейчас попытаемся его убить. И после этого я расскажу еще кое-что. Братан, здорово. Че, как делишки? Как делишки? Так, поджигайся. О, нормальненько. И сейчас ты должен умереть. Отлично, найс. Вот, кстати, я забыл сказать то, что здесь можно в любой момент, когда захотите, можете просто выбежать со своей шахты и пойти мутузить, кого попало. Поэтому, собственно, здесь достаточно хардкорно, потому что ты можешь копаться в своей шахте, и к тебе придет кто-то, вот как в этом случае. Сейчас я подошел к пацану и просто его убил. Также я забыл сказать, здесь никаким образом не регенерируются жизни, только золотыми яблоками и хилочками. Поэтому здесь достаточно тяжело восстанавливаться. Так, братан, еще один братанчик, но это уже со стандартным китом, сорян за такой подсосик, ты там крафтил себе, извини, братан, это было немножко неправильно, но сорян уж. Играю я с шейдерами под названием Zev Standard, если хотите, я вам их скину, прям без просто каких-либо лайков, вот, сразу же чекайте описание, там должны быть эти шейдеры, а ресурс пак этот скину вам за 100 лайков, как обычно. Опа, мы тут еще одного пацана встретили, сейчас мы к нему спустимся с колодца, оп, прыжок. Аккуратненько, надеюсь, он не слишком опасный. Так, он вооружен, но он нас не заметил, он немножко прослоупочил. И мы его убиваем, найс. Ох, нифига себе вещички. А чё, яблоки не стакаются? Стоп. В смысле, это золотое яблоко? Это... Стоп, это... Неужели это то самое яблоко, о котором я думаю? Золотое зачарованное, что ли, яблоко? Я, поскольку я знаю, здесь вроде как таких нету или есть. Ё-моё, если это зачарованное золотое яблоко, это слишком жестко. Что ж, давайте посмотрим позже, когда будем им пользоваться. Я боюсь так случайно его использовать, так что давайте лучше переместим на третий слот. Все. И тут сверху какой-то пацанчик. Сейчас мы его постараемся убить. Опа, он с кем-то дерется, что ли? Или нет? Нет, он просто убегает, походу. Окей, давайте сейчас мы юзаем хилочку. Ой, точнее, этот зелье скорости. И побежим на него. Тут еще снизу у нас один пацан. Но давайте попробуем сначала догнать этого пацана, там уже посмотрим. Достаточно прикольный на самом деле режим. Я о нем узнал. Опа, опа, пацан. Ой, пацан лагает. О, лол, пацан был на один удар. Окей, найс. Достаточно, на самом деле, прикольный режим, я о нем узнал дня 3-4 назад, кстати, извиняюсь за вот эти вот текстуры, вот эти баганы, которые вы видите у меня в инвентаре. Дело в том, что, чтобы создать этот ресурс пак, я скачал 2-3 готовых и немножко их соединил. И я забыл добавить дельки, из-за чего, как бы, видите, они такие баганы, так что извиняйте. Так, пацан, ты должен умереть. Найс, окей, отлично, фух. Фух, все хорошо начинается. Смотрите-ка, осталось 4 игрока, мы уже сделали 5 киллов. Мы, то есть, убили уже половину сервера, считайте, почти. Если мы убьем еще одного, то это уже будет считаться как убийство половины сервера, так как здесь, если я не ошибаюсь, в арене только 12 человек. Так, давайте повыбрасываем всякий ненужный хлам, потому что это все нам будет мешать. Мы же будем убивать остальных, нам нужно подбирать их вещи. Мы настроены полностью уже на победу. Сказать честно, этот режим не самый простой для записи, так как на самом деле его действительно достаточно тяжело записывать. Вчера я пытался записать около полутора часов примерно, у меня не получилось, совсем не получилось. Оп, осторожненько. Нет, крипер, ай, блин. Так, сейчас надо аккуратно подойти. Стоп, где он? Стоп. Чё? А, ё-моё, он уже выбежал. А, вот тут еще один пацан есть. Так, сейчас мы тебя тоже убьем, братан. Не ссы. Опа, они сейчас будут драться, а мы пойдем на подсосик.
Такс, братан, здорово. Чё, как жизнь? Так, давайте отойдем сюда, кинемся зельку. И сейчас будем, короче, за ним гнаться. Или это даже не понадобится. Такс, братан. Братан, жить будешь недолго. Я тебе гарантирую. Ох, найс, отлично, убили. Такс, хиляемся. Кстати, видите, слева нас стены, которые уже начинают сужаться вроде как. Да, они уже начинают сужаться, поэтому нужно быть немножко поаккуратнее. Такс, братан, здорово. О, нифига себе. Вот это, братан. Братан, нет, ё-моё, братан какой-то жесткий. Ладно, кушаем наше золотое яблочко зачарованное. Проверим, насколько же оно жесткое. Чё-то оно как-то странно регенит. Нет, блин, это походу не то яблоко, о котором я подумал. Опа, что случилось? Почему у меня такое странное поле зрения? Братан, умри наконец-то, ё-моё. Ясно, короче говоря, это какое-то другое золотое яблоко. Это не совсем зачарованное, я так понимаю. И чё-то я на самом деле немного побаиваюсь этого пацана. Он какой-то жесткий. Тем более, у меня одно всего лишь золотое яблоко, и у меня нет особо никаких хилок. Так, давайте, значит, крафтим себе верстачок. Сейчас мы поставим верстачок, скрафтим себе, значит, топорик, и будем добывать дерево. И сейчас я вам покажу одну прикольную штуку для тех, кто не знают, для тех, кто первый раз видит этот режим. Если срубить один блок дерева, срубается все дерево. Ё-моё, вот это лайфхак, вот и конец лайфхака. Вот, и прикол в том, что с деревьев выпадает как бы как и само дерево, как блоки дерева, точнее, так и яблоки, и обычные, и золотые. Золотые яблоки, конечно, здесь уже чуть пореже выпадают, но нам хотя бы обычные яблочки тоже подойдут, потому что мы сейчас возьмем наши золотые слитки и сейчас, короче говоря, сделаем себе золотых яблок побольше. Ну ладно, вообще мы только две штучки можем сделать, но для начала тоже уже хоть что-то. Так, братан, все-таки я хочу тебя запвпшить, потому что я смотрю на тебя и мне так и хочется тебя убить. Братан, ты должен умереть. Опа, что он захилил? Так, ладно, ничего, ты нам не помеха, братан, ты мне не дашь проиграть эту катку. О, найс, окей, убили, фух. Фух, отлично, смотрите, 7 киллов, ё-моё, мы убили уже больше половины сервера. Первая серия на канале и уже такая экшоновая, ё-моё, ребята, просто поставьте лайк. Так, вот и, собственно, наш последний пациент, сейчас мы его убьем. Йоу, йоу, братан, здорово, ты подлагиваешь. Братан, опа. Братан, чё? Чё, выиграть захотел? Нет, братан, отлично, 8 киллов, мы затащили эту каточку, неужели у меня получилось записать целых 8 киллов, ё-моё, это мы убили почти, ё-моё, 9 игроков. Вместе со мной, то есть мы всего лишь троих не добили. Получается, мы убили больше половины сервера. Что ж, я очень надеюсь, что вам понравился этот ролик. Что ж, давайте под конец откроем, пожалуй, вот эту штуку. Так, Спартан, отойди. Так, окей, открываем. Ой, какие-то они немножко баганые, подлагивают на самом деле. Так, и что же нам выпадет? Так, нам выпал сахар какой-то, ё-моё, что это? Майнер кит, скаут кит. Короче, какие-то киты нам выпали. Ладно, все это мы узнаем в следующем ролике. В общем-то, всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Увидимся в новом ролике, ребята. И всем пока.